Государственном музее искусств имени Абылхана Костеева стартовала уникальная программа под названием «Музей для всех». Давайте познакомимся с ней поближе. Слабовидящие и слепые жители города теперь тоже смогут прикоснуться к прекрасному в самом прямом смысле. Впервые в Казахстане для постоянной экспозиции музея были специально подготовлены тактильные модели экспонатов. Экскурсия с тифлокомментарием, выделены произведения из фондов музея для тактильного ознакомления, а также сделан этикетаж и рельефно-точечным шрифтом Брайля. У нас представлено 9 барельефов с тех картин, которые находятся у нас в постоянной экспозиции. И хочется огромное спасибо сказать тем скульпторам, которые откликнулись на нашу просьбу безвозмездно помочь сделать эти барельефы из гипса. Сначала их делали из пластилина и отливали в гипсе. Над созданием барельефов тактильных моделей картин совместно с незрячими специалистами безвозмездно работали такие известные профессиональные скульпторы, как Павел Шорохов, Казбек Дулатов, Жандос Сарпеков и Дархан Атибеков. Также большую работу проделали алматинские студенты творческих специальностей колледжей и вузов. Организатором выставки является общественный фонд «Аржан» при поддержке московского филиала фонда «Роза Люксембург». Выставка была организована в рамках проекта «Доступные музеи». Сам проект направлен на содействие развитию доступной среды музеев для людей с разными типами инвалидности. Теперь любой посетитель музея сможет не только увидеть картину, но и услышать, прикоснуться к ней. Это позволит заново переоценить свои возможности и получить более полное ощущение от шедевров изобразительного искусства. Организаторы выставки надеются, что другие музеи и галереи подхватят эту инициативу, и для всех групп населения искусство станет доступным в равной мере. Арина Курьянова, Культвояж, Алматы.